Коркина, депутат из поселка Роза, попала в ДТП. Машина в результате аварии восстановлению не подлежит. У самой слуги народа сотрясение мозга. Эти кадры сделали очевидцы. По предварительной информации, в машину депутата врезался ВАЗ 15-й модели. Молодой человек якобы проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Митсубиши Кольт. За иномаркой была депутат Наталья Лаврова. Мне надо было в аптеку, то есть я находилась на больничном. То есть я не доехала до аптеки. Я остановилась на красном светофоре, подождала, когда загорится мой сигнал зеленый, чтобы мне ехать. Тронулась, и в этот момент молодой человек влетел. Пострадавшая обратилась к медикам. По факту ДТП ведется расследование.